пройти ровно, а главное синхронно. Вот главная задача для участников конкурса «Строя песни» среди подразделений УФСИН России по Тверской области. Традиционное мероприятие проходит на плацу СИЗО-1. Подробности в сюжете далее. Главная цель выступлений – показать профессионализм сотрудников. Свое мастерство участники демонстрируют слаженностью шага и боевой выправкой. Для того, чтобы добиться отличных результатов, необходима слаженная работа в команде и дисциплина. Конкурсанты серьезно подходят к подготовке. Тренировки проходят как в рабочее время, так и после него. Подготовка проходила во время и рабочего времени, и приходилось проходить в нерабочее время, ну, подготавливаться. В прошлом году участвовали, позапрошлом наша колония участвовала в этом. Это уже третий год подряд мы участвуем. Голосовые данные, синхронность движений и, конечно, не менее важен внешний вид. Тверская область у нас очень большая. Есть и дальние подразделения, которые приезжают с Андреаполя, например, 300 километров. Вот представляете, во сколько они встали. И надо им выглядеть хорошо и хорошо пройти. Наверное, это уже традиционно, третий раз проходит. Уже сотрудники знают, что от них требуется, как отребуется. Естественно, есть уже желание победить. И все стараются показать себе с лучшей стороны. Мероприятие с каждым годом привлекает все большее количество участников. Среди них и молодое поколение. Это кадетские классы и юнармия. Победители смотра получили дипломы и ценные подарки. А также состоялось вручение ведомственных наград лучшим сотрудникам.